Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу «Дивись ТБУ». Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарик Незалижко. Дорогі друзі, вітаю вас з тим, що ми пройшли зимовий період і до нас в гості прийшла весна. А також до нас в гості прийшов політичний експерт Валентин Гайдай. Весняний. Весняний, весняний. Здравствуйте. Вітаю вас. І одразу хотілося б перейти до такої важливої теми. Весна прийшла і це, скажімо, такий період. Будемо саджати нового прем'єра чи ні. Тому що зараз дуже багато таких розмов стосовно того, що президент зустрічався з Тигипко, стосовно того, щоб запропонувати йому посаду прем'єр-міністра. Як ви вважаєте, це дійсно може таке трапитися, що у нас буде новий прем'єр-міністр? Конечно, может, но я не думаю, что вот прямо 4 числа, когда будет внеочередное заседание Рады, возможно, позже. Мне кажется, что Гончарук долго не продержится, но снова-таки давайте не будем ванговать, гадать, когда именно послезавтра, послепослезавтра, через 10 дней, 15. Но я думаю, что его сейчас уже пробил. Другой вопрос, кто его заменит. Тут, конечно, тоже можно очень много гадать на кофейной гуще, на собачьей мозоли. Вот. Но знаете, я бы не ассоциировал только Тигипко как наследника Гончарука. Есть разные совершенно фамилии, тот же Хорошковский, например, еще там другие фамилии, аффилированные с Ахметовым, да, например. То есть давайте сейчас дождемся хотя бы внеочередного заседания Рады, что там будет, потому что там могут быть вопросы не только по кабмину, а по тому же рынку земли пресловутому, например. Вот. И тогда уже будем делать после этого заседания какие-то уже итоги, да. А сейчас можно сколько угодно делать прогнозы, и это будет вещь неблагодарная, потому что вам никто не скажет сейчас правды, с кем он встречается, кого лоббирует. Не потому что они такие скрытные, а потому что они сами не знают. Ведь давайте говорить откровенно, за последние 6 лет Украина потеряла субъектность. И тут управляют вице-премьер-министры штатов, послы иностранных государств, разные кланы олигархические, как в Украине, так и вне Украины. То есть кто угодно, но только не народ Украины. Може, і за того сьогодні треба зауважити, що відбувся брифінг Гончарука, і він так достатньо впевнено казав, що він залишається, він ніяку заяву на звільнення не писав, і тобто, може, він знає свій якийсь має інсайт, і знає якусь інформацію, яка змушує його почувати себе. Согласитесь, было бы нелогично за 3 недели до этого тоже уходить в отставку. Потом его добрый наш отец Зеленский простил. Помните, как на картине Рембрандта «Возвращение блудного сына», когда обнимает отец заблудшего сына. Але блудний син не виглядав якось так сумно, що він начебто щось погане зробив. Він достатньо так впевнено знов себе поводив. Тому що це була постановка, це була більше ігра на публіку, що якоби показати, да, є якісь проблеми, але все нормально, власть контролює ситуацію, президент в курсе, вот, он работает в союзе, в спайке с правительством, с монобольшинством, то есть власть едина как никогда. Вот. Это было шоу, понятно, рассчитано на электорат, возможно, кто-то купился, кто-то нет, это уже вопрос другой. А может быть и такое, что Зеленский залишав Гончарука, потому что была зима, а зараз весна, і набагато простіше просто на самокаті поїхати з Кабінету міністрів. Так не було ж зими. У нас плавно ноябрь перерос в март, понимаєте? До речі, вам сподобалася ця зима? Конечно, я обожаю такі теплі зими, малосніжні. По-моєму, це найкращий був подарунок на Новий год від цієї влади. А це ж наша влада щось зробила. Це власть, звісно, а ви то думали. Ну, Кличко, я впевнений, що Кличко, тому що я пам'ятаю його інтерв'ю, коли він казав, що для нього постійно, коли був сніг, то для нього це було свято. Але тільки до того моменту, поки він не став мером Києва. Кстати, Тарик, от хто залишиться при власті, якщо ми зараз про крісло говоримо, то... Тільки не кажи, що... Кличко, тому що зі зміною глав офісу з Богдана на Єрмака, мені кажется, що зараз позиції Кличка не укоренились, укрепились в Києві, тому що господин Єрмак, він зв'язаний з Кличком, он, в принципе, его поддерживал, в отличие от Богдана, который был против него. Поэтому мне кажется, что с киевскими элитами Зе-команда договорилась. А вот что будет в правительстве, тут сказать сложно. Но легче сказать, кто останется у руля. Это будет Аваков, безусловно, потому что у него большой вес. Это будет министр финансов. Вага мається на увазі політично, да? Бо він начебто схуд так непогано. Ну, он и такой, как бы, парень тоже нехилый, да? Я имею в виду, конечно, политический вес. Но такой тоже иногда бывает, играет свою роль. Конечно же, министр финансов Маркарова, видите, я оговорился, сказал министр МВФ Макарова, потому что она человек не самостоятельный, за ней стоит тоже, в том числе и МВФ, и другие западные финансовые институции. Поэтому в ключевом плане у нас ничего не поменяется, ни политика внутренняя, ни политика финансовая, ни экономическая, ни внешняя. Поэтому, если ротации возможны, то каких-то совсем не ключевых винтиков в этой системы. А от хотілося б далі продовжити цю тему і вже запитати стосовно нашого генпрокурора Рябошапки. Тому що він теж, як і пан Гончарук, мав брифінг сьогодні, і йому задавали питання, що а ви не очікуєте, що вас знімлють 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради? І він теж якось себе достатньо впевнено поводив і сказав, що, знаєте, я вже навіть звик до того, що мене постійно намагаються усунути. І він вважає, що Верховна Рада не проголосує за його відставку. Ну, если он так заявляет, значит, какие-то гарантии у него есть, это по логике. Но, конечно, быть уверенным в Украине в чем-то не может никто, начиная от дворника дяди Вани и заканчивая самокатчиком дядей Лешей. Вот. Поэтому, понимаете, под Рябошапкой шатается кресло так же, как вот эта стойка шатается. Вот. И я думаю, что его гипотетически тоже могут убрать. Но вопрос на кого? Снять-то не вопрос. Можно договориться с какими-то западными силами и снять того или иного функционера, будь то премьер-министр, министр, генпрокурор, глава СБУ. А что дальше? На кого заменить? На новую людину, яка 100% буде людиною президента. На старую, понимаете, потому что, смотрите, сейчас в последнее время есть запрос на старые лица, которые уже были в политикуме, вот, и на властных должностях. Старі настільки, як Пшонка, чи... Нет, скажем так, бывшие, давайте так говорить, бывшие, да, почему тот же, например, Тигипко сейчас вот актуален, да, или там Хорошковский. Сейчас еще многие вспоминают, кстати, если мы заговорили про генпрокурора, того же там Андрея Портнова, который довольно опытный юрист, известный политик, и он бы мог помочь очень Зе-команді своїм опитом. Але він не виказував, я перепрошую, що перебуваю, але я пригадую, коли Андрій Портнов тільки-тільки повернувся до України, то його запитували, не хочете ви зайняти якусь посаду? І він казав, я не хочу цим займатися, я займаюся зараз як безпосередньо бізнесом. Понимаете, Тарик, вот сейчас у нас 103-я годовщина февральской революции в России, когда все против царя объединились, кадеты, большевики, анархисты, чтобы сбросить царя. И год назад также объединились все против Порошенко, чтобы его убрать. Бывшие регионалы, постпомаранчевые, там различные блогеры, политики и так далее. Что сделали? Убрали Порошенко. А что дальше, как бы, по сути, система не поменялась. И понятно, тот же, например, Портнов или Лукаша, которые поддерживали Зеленского, сейчас по другую сторону баррикад. Это логично, потому что кроме смены фамилий, по сути, ничего не меняется в Украине. Ни подход к политике международной, ни к экономической, ни к финансовой, ни к гуманитарной. Видите, мы снова-таки повторяем месседжи господина, боже мой, В'ятровича, который заявлял, что нам не надо 9 мая праздновать. Може, пане В'ятровича, не треба господин, пан В'ятрович, мені більш подобається. мені здається, йому. Ну, ми ж переведемо в будь-якому випадку. А давайте товарищ В'ятрович. Ну, так тоді вже ми рискуємо залишитися без нього, тому що від обращення товариша у нього може бути сердечний приступ. Товарищ В'ятрович, да, давайте. Какой вы добрый, Тарик. Да, вот. Это моя риса. Поэтому повторяется гуманитарная политика прошлой власти, повторяется экономическая, внутренняя, внешняя. Поэтому, конечно, понятно, почему сейчас такие политики, как, например, Андрей Портнов, как Олена Лукаш, как другие, сейчас выступают больше против власти, потому что кроме фамилии ничего, по сути, не меняется. Ну, а как вы вважаєте? Ну, давайте представимо собі, що дійсно повертаються до влади, ну, на керівницькі посади Олена Лукаш, Андрій Портнов. Це буде як прогрес, чи це буде регрес? Вважатися, на вашу думку. В чому ви бачите регрес? Тому що будуть казати, от, це ми повертаємося до реванш, а реванш – це означає часи Януковича, а нам вже зараз кажуть, що це дуже погані часи були. Ні, ну я думаю, що кожен українець може порівняти ті часи з нинішніми. Звісно, якщо взяти конкретно правління Януковича і його команди, звісно, люди жили доволі бідно, чого ж там говорити, і зашкалювала корупція. Жили довольно бедно, а зараз недовольно бедно. Но сейчас, конечно, это полный провал. Вы же понимаете, к чему привели события 6-летней давности и приведение правительства камикадзе Яценюка и Гройсмана. Вот. Поэтому, конечно, любая власть, у которой есть четкая стратегия, будь то не только бело-синий, будь то, может быть, какие-то постпомаранчевые или там какая-то новая сила, они могут, я думаю, сделать какой-то прогресс в той или иной отрасли, будь то финансовая политика, будь то гуманитарная политика, будь то международная политика. Хотя, справедливости ради, уже при этой власти новой какие-то есть улучшения в диалоге с Россией. То есть мы отошли от примитивной русофобской риторики, что везде мы ищем руку Кремля, во всем Путин виноват. Помните, куришь, пьешь и не женат, это Путин виноват. Да? Сейчас есть сложный, но конструктивный диалог. Конечно, возможно, он и ничем не закончится, потому что, например, есть вопрос, что... Вернее, есть мнение, что встречи в Берлине нормандской четверки уже не будет, потому что в Париже не было прорывных договоренностей по Донбассу. Но в то же время и не хуже риторика, понимаете? То есть какое-то все-таки улучшение, прогресс есть, но это не качественное улучшение, которое бы способствовало выходу Украины из кризиса. Ну, а, например, решение не святкувати 9 травня. Так я уже об этом говорил, это повторение, вот я даже забыл, там, пан В'ятрович, господин, товарищ, товарищ В'ятрович, да. Вот это повторение его риторики по 8 марта, вот с чем я всех женщин поздравляю с наступающим 8 марта, да. С 9 мая, конечно, мы его будем праздновать. Ми з вами. А це з чим пов'язано? Це як Баба-Яга проти? Він постійно якось так, от, що ми звикли святкувати, значить, треба це змінити. Без сексизму, не Баба-Яга, а Баб-Йог. Баб-Йог. Да, Баб-Йог. Вот, против, ну это, понимаете, никто же не составляет. Не хочешь выпивать на 9 мая, да не празднуй, ради бога. Вот, но много миллионов украинцев празднуют и будут праздновать всегда, еще долгие-долгие годы. А не здається тобі, що навпаки, коли людям забороняють щось, то вони навпаки починають більше святкувати? Плод всегда сладок, понимаете, поэтому... Естественно, это еще заостряет внимание на какой-то конкретной дате и, естественно, еще с большим размахом ее празднуют. То від того, я думаю, может, товарищ В'ятрович якраз и є противником руки, ноги Кремля. Может, он навпаки це робить? Ну, надо сделать расследование журналистское и установить, был ли он реально там где-то на Лубянке завербован, там, на курортах каких-то там анапских или аманских, чи, може, якихось там, якісь зустрічі таємні. В Омані. В Омані, так. От ви, так ми, коли ми розмовляли, було згадано про команду камікадзе. І знов чутки. Ми зараз будемо обговорювати чутки, як ті бабки біля під'їзду. І казали про те, що, можливо, Яценюк може повернутися і очолити Нацбанк України. Понимаете, а вот говоря о бывшей власти, о старых лицах, да, ну, это ж теж, ну, да, вот тут надо тоже фильтровать, потому что тех, кого я называл, там Лукаш, Портнов, например. Ну, конечно, в теории Азаров, понятно, что он не вернется, скорее всего, но у них есть плюсы, мы можем назвать плоды их деятельности в той или иной отрасли, да. Касаемо Яценюка, ну, по-моему, кроме разговоров, кроме каких-то высоких деклараций и идей, я ничего не помню. Ах, извините, у них там была стена с Аваковым, да? Ну, по-моему, что-то там, как построили на километров 15, так и она осталась с того времени. Ну, тут же, мабуть, не так важливо, наскільки її побудували, а скільки на неї витратили. Це більш така цікава річ. Сейчас, кстати, начинается в Европе новый кризис мигрантов с Сирии, Африки, Ближнего Востока. Я хочу напомнить... Головне, щоб вони не дізналися, в якому стані наша стіна. Им туда не надо. Вот, так я хочу напомнить, почему я про это вспомнил, что венгры построили за считанные буквально недели нормальную стену, двухуровневую, трехуровневую, на границе с Румынией и Сербией, где был наплыв беженцев или мигрантов, кому как удобнее. Вот, почему-то у нас уже не могут 6 лет ее построить или не хотят. Поэтому какие достижения Яценюка я не вижу. В финансовой сфере вообще лучше не заикаться. Он все списывал на Гонтареву, но она же сейчас в Лондоне, русские в Лондоне, да? Вот, поэтому, ну, тоже не получится все списать на кого-либо. Придется отвечать. Вот. Поэтому, если вспомнить все подвиги господина Яценюка, мы можем прийти к выводу, что его не то что к власти, его вообще к Украине нельзя допускать. Он там выкладывал фотки в шортах, где он бегает вокруг Белого дома. Пусть там и бегает. Это полезно для здоров'я, но не для економіки України. Добре, давайте перейдемо до наступної такої теми. От з 1 березня в Люксембурзі почали працювати, ну, громадський транспорт став безкоштовним. От, це в Люксембурзі. А у нас з 1 березня... потрапити на територію Росії можна тільки завдяки загранпаспорту. Ну, такі от, в принципі, різні. А якщо через Люксембург? А якщо через Люксембург? Київ, Люксембург, Москва? Ну, да, це непогано, а то що через ту Білорусію постійно туди їздити. Ну, до чого я це веду? Чому от зараз це ввели? Чому, ну, в принципі, вже майже 6 років... Чому в Люксембургі або чому у нас? Чому і там, да. Ну, смотрите, Люксембург – самая богатая страна ЕС, потому что вообще-то богатая Швейцария, но она не входит в ЕС, и Норвегия. Вот, а из всех стран ЕС именно Люксембург самая богатая, там минимальная зарплата, внимание, больше, минимальная, больше 2000 евро. Больше 2000. Нет, вы тут оставайтесь, и я. Того, вот. Не ехать не надо. Вот, поэтому, а там я кава думаю... больше-меньше, как видно, нормально? Что? Ну, смачна там кава. Я думаю, что поскольку это такая германоязычная страна, там больше пива популярное. Я не пью? Ну, добре. Честно? Ну... Смотрите, поэтому я думаю, что они настолько уже богатые и развитые, что могут обеспечить безоплатный проезд. По-моему, кстати, в некоторых городах Бельгии это тоже вот практикуется. Бельгии, Швейцарии той же. Вот, то есть это страны развитые, поэтому они такое и практикуют. Касаемо паспортов загранных в Россию. По-моему, это немножко абсурд, потому что это Россия может требовать, что вот вы теперь можете въезжать только по загранпаспортам. Насколько я знаю, в этом плане наши службы не совсем компетентны. Да, то есть они могут такие выдать распоряжения, но на самом деле это, мне кажется, не совсем правильно. Хотя, с другой стороны, такая дуристика, как два паспорта, по сути, только у нас, может быть, еще у россиян и у некоторых постсоветских стран. Потому что, по сути, везде один паспорт на все случаи жизни. Хочешь кредит, ну лучше не надо, паспорт. Хочешь жениться, ну лучше не надо. Я шучу. Паспорт. Проголосовать – паспорт. За границу – паспорт. Вот, один. Вот в Беларуси, там же один паспорт. Правильно, один. У нас какая-то есть градация, какие-то ID-карточки внутренние, какие-то паспорта внутренние, загранпаспорта, биопаспорта, понимаете? Ну, Я считаю, что вообще-то положено, наконец, сделать один паспорт на все случаи жизни. Но если у нас есть такая градация, я считаю неправильным запрещать нашим гражданам ездить в Россию сугубо только по загранпаспорту. Мы должны понимать, что у многих там родственники, друзья. Тем более, что есть люди пожилого возраста, у них далеко не у всех есть эти паспорта. И сейчас оформлять это будет еще лишняя морока. Поэтому мне кажется, что это неправильное решение. То есть, как бы, понимаете, глобально может быть в том, чтобы сделать единый паспорт, может быть и правильно. Но на это надо лет 5, 6, 7 хотя бы, чтобы неспешно все люди себе сделали единый паспорт. Ну, вернее, создать сначала его законодательно, этот паспорт, чтобы не делился он на внутренний, там, какой-то на ID-карточку, на внешний паспорт, да. Вот. И чтобы потом люди себе плавно делали. Нельзя делать таких резких движений. Мне кажется, что это точно России минусов никаких. Там и Путин ничего не потеряет от этого. А вот нашим гражданам, пожилим людям, в частности, это будет. Ну, я просто хотів би ще додати, звідки така ініціатива пішла. Гончарук, наш прем'єр-міністр, поки що прем'єр-міністр, ну, може і... Поки ми записуємо передачу, поки. Так, а вдруг щось, ні, жартуємо, нехай він залишається на посаді, бо він такий веселий, креативний. От, теж веселий. Ну, не настільки, у мене нема самоката. І він сказав, що взагалі це необхідно зробити для того, щоб наші громадяни, вони більш... загранпаспортів наробили собі. Так это о том, о чем я говорю. Надо сделать единый паспорт на все случаи жизни. Ну, єдиний паспорт – це означає, що тоді людина просто один раз прийде і зробить собі паспорт. Заплатить тільки один раз. А так, внутрішній заплатили і... Ні, ну, понятно, там треба карточку, верніше, фотокарточку міняти, це само собою, раз там в 15 лет, в 10 лет. Вот. Это как бы неплохо, но пока у нас есть такая градация на внутренний паспорт и внешний, я считаю, ничем не обосновано это решение впускать наших граждан в Россию только по иностранному паспорту, по загранпаспорту, извините, по иностранному. Ладно, будемо сподіватися на найкраще, будемо сподіватися на те, що ми просто не розуміємо якісь розумні речі, які роблять розумні люди, які очолюють нашу країну. Так що сперечатися з ними ми не будемо, правильно? Ми просто так подивилися, обсудили і далі йдемо. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. Це ТБУ. Топ-блогеры Украины. Внимание! Министр экономики продемонстрировал и научил украинцев правильно, что делать? Инвестировать, покупать биткоины. План вложений своих первых заработков? Нет! Министр экономики научил украинцев правильно чихать. Не рукою, а серветку, яку потім викинути. Або сюди. Чому не рукою? Тому що ви зразу підете і скажете: добрий день, міністр економіки Милованов. І у вас 20 людей зразу захворіли, так? Розумієте? Тому не рукою. А от сюди. Тому що хіба ви там з кимось будете обніматися, тоді треба ногою. Итак, если у тебя возможный коронавирус, как сказал Милованов, если у тебя обычный грипп, то ты можешь читать вот так, апчхи! А если у тебя необычный грипп, если у тебя ты подозреваешь, что коронавирус, тогда министр экономики расскажет тебе, как правильно чихать. Вы спросите, у вас возникнет логичный вопрос, почему это не сделал, например, министр внутренних дел, или почему это не сделал министр финансов, почему именно министр экономики. Никто вам не ответит на этот вопрос, потому что это страна талантов, а талантливые люди талантливы во всем. И казалось бы, такие гениальные советы, почему не чихнуть в руку, потому что вы потом эту руку кому-то подадите. А если вы чихнете просто в свой свитер, то ничего, вы просто обсоплявите свой свитер, и ничего в этом страшного. А если вы чихнули в салфетку, то, бросив салфетку в урну, вы должны урну закрыть, потому что потом вдруг почему-то ваш ребенок может пойти и залезть в эту урну и начать играться с салфеткой, на которой коронавирус. Одразу викидайте її і закривайте кришку, бо прийде дитина і почне гратися з цією серветкою, це ж такого не допускайте. В общем, для того, чтобы всего этого избежать, существует Тимофей Милованов, и он рассказывает, как спастись от коронавируса. Или если хотя бы кто-то из вас заразился коронавирусом, не передавайте его другому. Будьте людьми, в конце концов. Возможно, вы хотели, чтобы я вам здесь провела лекцию разъяснения «Украинский сюрреализм в 21 столетии», но я вам этого делать не буду, потому что не находится у меня никаких слов и объяснений тому, что творит нынешняя власть. И вот мы приходим плавно и постепенно к тому, что прошло 24 часа, и за сутки никто из власти не извинился перед нашим изданием Шарий.net за то, что министерство ветеранов подлая овца, я же могу, правильно, подлая овца министерства ветеранов назвала наш Шарий.net антиукраинским СМИ, а ее пресс-секретарь назвала нас помойкой. Никто за это не извинился, поэтому хочу просто передать привет слуге народа и всем. Теперь можно все больше и больше акцентировать внимание на ваших провалах, потому что ваши провалы просто на поверхности. И если можно было по-человечески вам дать время, если можно было по-человечески не обращать внимания на какие-то вот такие вот бредни, то теперь будем обращать и больше будем обращать ваше внимание, чтобы вы видели таланты, чтобы помойка наконец раскрыла весь мусор, который в помойке лежит, и показала. Ну а кому же, если не помойке, кому еще показывать? Есть новость веселая, это Милованов, а есть новость немножечко печальная. На сегодня печальная стало известно, что известный, извините за тавтологию, казак Гаврилюк, который был одним из самых талантливых депутатов Верховной Рады, сейчас строит себе дом, но, видимо, на строительство дома не хватает, и он стал работать таксистом. Хотя, конечно, мы здесь все хихи-ха-ха, а я не против. Я и не против. Пусть люди возвращаются к своему изначальному, вообще там, я не знаю, предназначению, к своей профессии. А то они как зайдут во власть, как зайдут в политику, так потом только вперед ногами этих бездарей. А вот казак Гаврилюк продемонстрировал, что можно идти работать таксистами. Вот завтра вы выходите, а вас Петр Алексеевич подвозит. Вы выходите, а вас, я не знаю, премьер-министр Алексей Гончарук с сигаркой и шеф, давай, поехали. Что в этом плохого? Нормально все. Поэтому, да, нам, с одной стороны, немного грустно, что так сложилась карьера Михаила Гаврилюка, но, с другой стороны, мы ему советуем: Михаил, хватай всех своих дружбанов и забирай с собой, потому что работы еще много, работать есть где в Украине, а места там освобождайте в парламенте, в Кабмине, забирай всех. Давай их, браты. Маленькая новость про нашу партию. На сайте партии появилась вкладка «Представительство». Теперь вы можете зайти, есть списком, есть карты, и вы можете посмотреть, где в вашем городе есть офис партии Шарья. Вы можете связаться с ячейкой, вы будете знать, кто глава областной ячейки. Я напоминаю, что вы можете, у нас сейчас проходят по городам акции ЖКХ, это когда мы помогаем по проблемам ЖКХ, у нас есть акция по газу, когда мы добиваемся справедливости, чтобы за транспортировку газа не платить. У нас бывает юридическая иногда поддержка в офисах, это если вам нужна помощь или вашим родителям нужна помощь, а вы можете еще и стать, например, активистом партии, вы можете помогать с раздачей газет, вы можете иногда выходить на какие-то акции, помогать, в общем, можете быть диванным воином, что тоже неплохо, или активным воином, поэтому, если хотите, находите свой город, находите телефон и звоните. После того, как решили, что Петра Алексеевича Порошенко надо уже принудительно привести в ГБР, он выпустил заявление, выпустил обращение к народу, к нам всем, кто так долго ждал, и сказал, что я сам приду, хотя и все признали, что это просто преследование, и все дела сфальсифицированы, не смогли ни одного доказательства найти, и я приду. И тому на завтра режисери 95-го кварталу підготували шоу. За незаконним рішенням суду, і це буде доведено в Європейському суді, яке було замовлено в Офісі Президента, вона має забезпечити мою доставку на допит до ДБР в якості свідка. Все-таки немножко испугался он, что его в наручниках туда притащат, наверное, и придет завтра, будем его лицезреть. Ну а касательно того, что за год ничего сделать не смогли, я согласна. Согласна с ним, потому что за год уже мог отсидеть год и пораньше выйти. Но нет, не тут-то было. Ходит, наслаждается, ездит вон по 30 тысяч евро тратит на каникулы. И ничего, и есть такое ощущение, что сидеть, наверное, возможно, и не будет. Поэтому пока насладимся только приходами его на допросы в ГБР, потому что сомневаюсь, что эта власть стане вироком для Петра Олексійовича. Надсовет по ТВ и радиовещанию запретил ретрансляцию канала «Зоопарк». А знаете почему? Потому что Надсовет не поменяли, потому что там все те же, кто целовал в попку прямой, кто выносил предупреждение там каналам Ньюсван и 112, все исключительные парохоботики. Поэтому российский канал «Зоопарк» решили, что он принесет, возможно, много скрытой пропаганды. Возможно, там расскажут про медведя, который ходит по сибирским лесам. А зачем нам знать про русских медведей? Зачем это нам надо, эту голову забивать? А вдруг будут рассказывать вообще про животных, которые живут в России? Нету России. Нам вообще, нам бы и географию исключить, и вообще все исключить, чтобы не знали даже вообще наши дети о существовании такой страны, как Россия. Меньше знаешь, крепче спишь, как говорится. Тут немає табу. Валентин, дуже дякую за цю розмову, за те, що прийшов до нас в гості. Було дуже цікаво, весело. Навзаєм. Да, і так що я сподіваюся, ми на протязі місяця ще раз зустрінемося. Обов'язково. З задоволенням. Добре, дорогі друзі, з вами була програма ТБУ Топ-блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу дивись ТБУ.